Всем большой привет! И мои постоянные зрители, наверное, уже поняли, какую большую и трепетную любовь я испытываю к парфюмам. В этом видео расскажу вам о двух парфюмах. Они крайне необычные, они очень редкие, их не встретишь в ближайшем магазине от вашего дома, их не встретишь повсеместно на любой женщине. И это дорогой парфюм, который редко встречается, и этим все сказано. Первое, о котором я вам расскажу, я сейчас покажу его позже, покажу вам его поближе, потому что его упаковка и дизайн флакона стоят того, чтобы, так сказать, в кавычках, разглядывать его прямо под лупой. Ну и давайте начнем. Это вот такой вот аромат от Ramon Mulvezar, называется Sonsan. Коробочка на магнитах открывается вот таким образом, и флакон вместе с дизайном упаковки напоминает солнышко с лучиками. Самое интересное то, что флакон без коробки стоять на вашем там туалетном столике не будет, потому что у него нету дна, и он абсолютно, вот так вот выглядит коробочка, и он абсолютно не имеет никакой поверхности, на которой не мог бы стоять. Флакон абсолютно кругленький, и внутри флакона находятся вот эти частички. Видите, это золото. Итак, давайте про сам парфюм я вам расскажу. При первом нанесении он очень напомнил мне Toujours Glamour фирмы Moschino. Мой нелюбимый, кстати говоря, Toujours Glamour. Я в одном из видео о нем рассказывала. Но парфюм является для меня уникальным настолько, что я, честно говоря, ничего подобного не встречала. И знаете почему? Потому что в процессе носки этого парфюма на себе он раскрывается как минимум 3 раза. Причем, если изначально в нем чувствуется цитрус, такой легкий, ненавязчивый, повседневный, летний легкий аромат, то по прошествию какого-то времени он становится настолько пряным, мускусным, что кажется, что на вас вообще другой аромат. Не тот, что вы наносили, там, грубо говоря, час назад на себя. И позже он раскрывается в такие цветы. И становится абсолютно таким цветочным ароматом. В этом, наверное, его заключается уникальность, потому что как бы обычный парфюм не раскрывался, он раскрывается все равно несколько похоже на каждый предыдущий оттенок этого парфюма. Этот же парфюм нет. Однозначно нет, он раскрывается совершенно по-разному. Парфюм выпущен в Испании в 2010 году, и в линейке парфюмов Ramon Mulvezar достаточно много духов, у них у всех такой необычный дизайн, они все в коробочках, сделаны либо как драгоценные камни, либо вот в данном случае как солнышко, они выглядят просто потрясающе, и всем своим видом говорят, что это именно элитный парфюм. Значит, Mulvezar – это маленький город в Испании, в честь которого, собственно, и назван этот парфюмированный бренд. И автором этих вот таких вот роскошнейших ароматов является Ramon Mulvezar. Он старается создать свои парфюмы, во-первых, из очень дорогих масел и натуральных. Поэтому, конечно, ароматы очень насыщенные, очень неповторимые и очень, естественно, дорогие получаются. Единственный, наверное, минус этого парфюма, и опять же таки решать вам, минус это в действительности или нет, они, на мой взгляд, недостаточно стойкие. То есть, опять же таки, решать вам, готовы ли вы платить за парфюм такую цену, при условии того, что он совершенно однозначно не будет на вас держаться, например, как Dior Dolce Vita, до тех пор, пока вы там не постираете свою одежду или не помоетесь. Он все же более такой вот легкий. Ароматы редко бывают в свободной продаже. Каждый флакончик имеет свой серийный номер и нередко выпускается всего лишь в нескольких десятках экземпляров. Ну и кому же, собственно говоря, на мой взгляд, подходит такое вот чудо чудесное? Но однозначно эта девушка молодая, она веселая, жизнерадостная. Ну и, конечно, у нее есть деньги на то, чтобы купить этот парфюм. Стоит или не стоит покупать его?
Если для вас цена этого парфюма не является проблемой, и вам не надо, грубо говоря, на него там долго копить, то да. Он действительно очень узнаваем, он такой вот очень уникальный, и, ну, действительно, парфюм классный, тут сказать даже нечего. Вот. Если же для вас является эта сумма, которую нужно будет отдать за этот парфюм, проблемой, то тогда, соответственно, однозначно нет, копить бы на него бы я деньги не стала, по причине того, что, знаете, бывают такие парфюмы, они прям сразу настолько располагают, ты готов вообще все деньги за него отдать. Этот парфюм нет, он не из этой серии, но хотя он, безусловно, просто потрясающий. Следующий парфюм, о котором я вам сейчас расскажу, также не является дешевым ароматом, и название его вы можете прочитать под видео или вот здесь вот, потому что мои знания английского не позволяют прочитать название, ну скажем так, без акцента, а коверкать парфюм все-таки своим недостаточным знанием английского я не хочу. Значит, парфюм выглядит вот так вот. Он имеет розовую бутылочку с таким вот цветочным орнаментом и золотистую крышечку тоже с, ну, таким, скажем, цветочным орнаментом. Скажу сразу, что парфюм однозначно очень-очень на любителя, потому что он настолько же уникален, настолько и странный для меня. Я вам сейчас прочитаю, что в его нотах находится, потому что я не могу запомнить, и мне проще вам это прочитать. Итак, верхняя нота – бергамот, ноты сердца – жасмин, нот роза – тубероза и база – корень ирис и мускус. Что перво-наперво бросается при его, вот так сказать, вдыхании – это мед. Вот такой вот медовый-медовый аромат вместе с какими-то экзотическими цветами. И если вам честно сказать, вот я так себе представляю запах, знаете, американские фильмы, когда какая-нибудь семья переезжает в какой-нибудь старый дом, они начинают там копаться в чуланах и на чердаках, находят какие-нибудь закрома бабушкины, например, сундуки, открывают там какая-то старая запыленная одежда. Вот мне кажется, этот чердак вместе с этой запыленной одеждой пахнет вот этим парфюмом. Вот ничего не могу с собой сделать. И знаю прекрасно, читала отзывы девчонок на этот парфюм, ассоциируются с медом и с цветами, но у меня вот почему-то с бабушкиными сундуками. Аромат необычен. Аромат для молодых девчонок, наверное, для жизнерадостных, для тех, кому надоели привычные, так сказать, попсовые парфюмы. И для тех, кто, наверное, все-таки в парфюмерии разбирается. Несмотря на то, что производитель заявляет, что этот парфюм для молодых девушек, для молодых особ, на мой взгляд, ну, это только мое мнение, аромат все же не молодежный. Мне крайне сложно представить этот аромат на, допустим, там, 20-летней девушке. Очень сложно. Потому что именно вот из-за своей необычности, ну, вообще, совершенно никаких ассоциаций с молодой девушкой, тем более, там, знаете, вот в майке, в джинсах и в каких-то таких вот повседневных нарядах. Хотя мне кажется, что этот парфюм создавался именно для таких. В парфюме есть египетский жасмин, марокканская роза, индийская тубероза и мед. И вот это вот такое буйство необычных цветов в смеси с медом, конечно, сочетание дают просто аховое. И если вы любитель именно вот такой направленности парфюмов, то, мне кажется, вы будете от него просто без ума, просто в восторге и никогда его ни на что не променяете. Но, как я уже сказала, изначально парфюм понравится далеко-далеко. Для интереса я посмотрела на интернет-сайтах, которые продают элитную парфюмерию. Его вполне возможно купить, если он вас заинтересовал. Стоимость его за 50, здесь у меня 50 мл, в районе 5-5,5 тысяч, и 15 мл именно духов стоит в районе 12 тысяч рублей. Платить или не платить за такие деньги за парфюм, конечно же, решать вам. Но если у вас есть возможность его понюхать где-либо, если, может быть, где-нибудь в каких-нибудь парфюмированных бутиках вы его встретите, обязательно понюхайте, и мне было бы очень интересно узнать ваше мнение, насколько оно совпадает с моим вот таким вот бабушкиным чуланом, и насколько вообще, в принципе, девчонкам и вам в том числе может понравиться.